Природа Сибири, закаты, рассветы, птицы – вся красота родного края в объективе тюменки Ирины Лисовец. Фотограф буквально ловит в кадр удивительные моменты и делится снимками в социальных сетях. В ее коллекции 89 видов пернатых. Самые ценные кадры – длиннохвостая неясыть и ястреб. Я мечтала всегда поймать сову. Пошла и ее поймала. На улице было минус 28, я замерзла. Вся. Но когда я начала за ней бегать, мне так было жарко, вы не поверите. Ястреба поймала здесь, вот на том дереве. Боковым зрением вижу, что-то пролетело, и перья в разные стороны. Я думала, ну там, наверное, любовь, потому что весна. А смотрю, там ястреб поймал голубя и приземлился рядом со мной. Ирина отмечает, что прогулки по паркам – сплошное вдохновение. Вот снегири прыгают с ветки на ветку, а вот дрозд пролетел. Фотограф различает птиц по пению и успевает в моменте поймать крылатое счастье. Иногда бывает, придешь в парк, сидишь или ходишь там 2 часа. А иногда, вот я говорю, пришла просто покормить птиц, а ястреб прилетел сам. То есть это всегда по-разному. Фотоохота – увлекательное и интересное направление фотографии, которое предполагает съемку животных и птиц в их естественной среде обитания. У этого вида хобби есть свои особенности. Так, чтобы не отпугнуть птицу, Ирина снимает с себя украшения и часы, движется бесшумно и одевается в пуховик приглушенного зеленого цвета. Зимой могу одеть на себя белую накидку, чтобы слиться со снегом. А летом я чаще всего в зеленом. Небольшая прогулка по Заречному парку, и в объективе Ирины уже красуются синицы, дрозды и снегири. Фотограф отмечает, что делиться своим творчеством с подписчиками не только приятно, но и полезно. Это помогает найти таких же творческих людей и совершенствовать свои навыки, вдохновляясь их творениями.